Господи будет. Ваши Жириновские, вот это Лимонов, все вот это политики, шовинисты, сепаратисты, террористы, они вот народ друг друга прямо составляют. Сейчас брат брата убьет, потом крайнего не найдешь. Сейчас этого убьет, там этого убьет, потом как найдем крайнего? Я вот, дорогие соседи, россияне, вы ваши государства, пусть не вмешивается в нашу казахскую землю, ваш Казахстан, пусть вот навсегда, навеки запомните, навеки, я еще раз повторяю, навеки, вы прекратите ваши всякие слова наших казахских землю, мы не отдадим. Сейчас тут все, это не сказка, уже Украина, вот факт, это факт, по факту никуда не денешься. Украину сейчас разделяют, сейчас вот это, три области, сейчас уйдем в Россию, как, референдум самоопределения. Какое самоопределение? Это наша казахская земля. Я сейчас вот вижу по обстановке, уже не сказка, уже факт, уже беспокойство, уже вот здесь кипит, уже кипит, тесно. Вот россияне, пусть давайте жить дружно, честно говоря. Живем, вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Прекратите ваши открытые тайные там эти политики. Мы же не дураки, мы все понимаем. Мы у нас все равно соседи, так и остаемся навеки. И будем жить. У нас есть казахов, русские есть, никто не трогает, других наций никто не трогает. Мы казах доброжелательный народ, нас это все. Чеченцы все проживают, все, когда приехали, вот, все живут нормально, против казахов никто ничего не говорит. Так что вы прекратите вас национализм, вот это я вообще противник национализма. Вы вообще прекратите ваше действительно такое вот слова мне передать. Вообще аккуратно действовать, чтобы вот, мы не поймем потом, как вот это действительно. Политика вообще не... Даже Китай так не поступает с нами. Вот. Если Жириновский так говорит, получается, Путин тоже так думает. Почему позволяет ему так говорить? Сол, я просто вообще против. Зачем тут мир, Российский Союз, и тому же Союз? Не надо с ними интеграцию особо не надо. Лучше вот есть Европа, есть арабские, Азия есть. Вот дорога хорошая, у всех у них там нормально все. Бренд, Toyota, если у меня машины, Mercedes, все нормально, живут. Россия там, у них военная база такая мощнее. Нам не надо, давайте. Наши есть братья, киргизы, узбеки, даже есть соседи, другие государства. Только не Россия. Ближе России не надо. Потому что уже опасность есть, опасность. Я вот честно душой болею. Вот после нельзя говорили дальше казахов. Казах Орыстан досым болса, койында айбалтан болса. Спрячь топор вот здесь, если у тебя друг русский, здесь на всякий случай. Вот так тоже на всякий случай мы должны держать наш этот топор. Мы будем дружить с вами, мы соседи, мы вас уважаем, вы нас уважаете. Я вам вот, я казах, единственный, хоть я один выйду с палкой и что, я сам буду защищаться и буду, я своих дочерей, у меня две дочери, я своих дочерей, мать, отца, всех защищать буду. Сені наш милиция, казах милициясы қолдап тұр. Прокурор қайда? Подождите, у вас прокурор должен быть. Нет, прокурор. Что это такое? Просто вы не имеете права, генерал. Права зачитайте сначала. Какие права? Вы не имеете права.
пожалуйста? И за что задерживаете? Он же не знает.